Когда я вырасту, стану жрицей. И мне надо идти замуж. Приветствую, ведьмак. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах к северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовища есть обязательно. Проверим, может, на них горняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. Может, будут какие-нибудь следы? Человеческие следы. Эти деревья сломал не ветер, а что-то очень большое. Раздробленные кости, человеческие. Давай поговорим. Хорошо. Но ты спокойно. А то я тебе хрясь, как тех. Вот именно. Зачем ты их хрясь? Они вошли в дом. Я говорю, люди вон. Они хрясь. Хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Если было так, как ты говоришь, они сами нарвались на неприятности. Я тебя прощаю на этот раз. Но если ты убьешь еще какого-нибудь человека, я вернусь и отрублю тебе башку, понял? Нет. Много слов. Голова болит. Так, еще раз. Если ты еще люди хрясь, то я тебя вжик бабах... Тогда я больше не хрясь. А ты возьми вот. Ты добрый. Меня не хрясь. Ты прав, да? Приветствую, ведьмак. Горняки мертвы. Вы не знали, что там живет тролль? Говорили что-то такое, но... Но алчность помутила ваш разум. Не тебе нас судить. Говори, что там с троллем? Я оставил его в покое и вам советую поступить так же. Струсил, значит? Вот ты какой убийц, чудовищ! Уйди с глаз долой! Боги, спасите!